Сегодня земные поклоны делаем, не делаем. Спроси Игнатия Тихоновича. Игнатий Тихонович, мир вам. С миром. Земные поклоны сегодня делаем или не делаем? Покров ведь сегодня, с праздником всех. Спаси Христос. Поклон только на достойное и на Господа. Ну, я буду делать, вам видно будет где. Три поклона в разных местах. Сергей Павлович скажет, когда начинать молиться. Начинайте. Боже, милостив, будь мне грешным. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславя согрешил, Господи. Прости меня грешного, помилуй. Достойно есть, якого истину блажите тебе Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувиму, славнейшую истину Серафиму, и безысление Бога, Слово Рожишую и Сущую, Богородицу тебя величаем. Господи, помилуй, Господи, благослови, воскресли из мертвых, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради пречистой Твоей Матери, силы честного животворящего креста, святых ангелов наших, хранителей, и всех ради святых, спаси и помилуй нас, вот и благ, и человека любец земной, бескрестного знамения. Боже, милостив будь мне грешному, создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславя согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко николи же благое сотвори пред Тобою. Но избави меня от лукавого, да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверзу уста мои недостойные, восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю небесный, утешителю души истинной, и же везде сей, вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, прийди и вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наши. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадем Ти блажь, ангельскую песнь вопием Ти сильный,
Свят, 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 если Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отобрал сна, воздвигни, если Господи, умой, просвети сердце, с неба и отверзи, во еже петит и Святая Троица. Свят, 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 если Боже, Богородицу, помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Внезапно судья приидет, и его же деяния обнажатся. Но страхом зовем полунощи. Свят, 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 если Боже, Богородицу, помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, ко мне героя Твоя благость и долготерпение, не прогневался на меня ленивый и грешный, погубил меня с беззаконием моими, но человеколюбца он себе обычно, и в нищании лежащего воздвиг меня и сива, еже утренний словословить и державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайте со словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и петь и Тебя во исповедание сердечным, воспевая все святое имя Твое Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся славе нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Цареве и Богу нашему Богу. Теперь читать псалмы. Какой псалом у него надо спросить? Какой псалом? Мне не понятно. Поближе сюда. Псалом 88. Милости Твоей, Господи, буду петь вечно, в рот и рот возвещать истину Твою устами моими. Ибо говорю, навек основана милость, на небесах утвердил Ты истину Твою, когда сказал: «Я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду рабу моему, навек утвержу семя Твое, в рот и рот устрою престол Твой, и небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою в собрании святых. Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божьими уподобится Господу? Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его. Господи Божий сил, кто силен, как Ты, Господи? Истина Твоя окрест Тебя. Ты владычествуешь над яростью моря. Когда вздымаются волны его, Ты укрощаешь их. Ты низложил Раава, как пораженного, крепкой мышцей Твоей рассеял врагов Твоих. Твои небеса и Твоя земля, вселенную и что наполняет ее, Ты основал. Север и юг Ты сотворил, Фавор и Эрмон о имени Твоем радуются. Крепкая мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока десница Твоя. Правосудие и правота, основание престола Твоего, милость и истина предходит пред лицом Твоим. Блажен народ, знающий трубный зов, они ходят во свете лица Твоего, Господи, о имени Твоем радуются весь день и правдой Твоей возносятся. Ибо Ты украшение силы их, и благоволение Твоим возвышается рог наш. От Господа щит наш, я святого Израилева, царь наш. Некогда говорил Ты в видении святому Твоему и сказал: «Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа. Я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его. Рука моя пребудет с ним, и мышца моя укрепит его. Враг не превозможет его, и сын беззакония не притеснит его. Сокрушу пред ним врагов его, и поражу ненавидящих его.
и истина моя, и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его. И положу на море руку его, и на реки десницу его. Он будет звать меня, ты отец мой, Бог мой и твердыня спасения моего. Я сделал его первенцем, превыше царей земли. Вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен. И продолжу вовек семя его, и престол его, как дни неба. Если сыновья его оставят закон мой, и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои, и повелением их не сохранят, посещу жезлом беззаконие их, и ударами неправду их. Милости же моей не отниму от него, и не изменю истины моей. Не нарушу завета моего, и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею. Солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце, предо мною. Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах. Но ныне ты отринул и презрел, прогневался на помазанника твоего, пренебрег завет с рабом твоим, поверг на землю венец его, разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его, расхищает он все проходящие путем, он сделался посмешищем у соседей своих. Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его. Ты обратил назад острие меча его, и не укрепил его на брани. Отнял у него блеск, и престол его поверг на землю. Сократил дни юности его, и покрыл его стыдом. Доколе, Господи, будешь скрываться непрестанно, будет пылать ярость твоя, как огонь. Вспомни, какой мой век, на какую суету сотворил ты всех сынов человеческих. Кто из людей жил и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней? Где прежние милости твои, Господи? Ты клялся Давиду истину твоею. Вспомни, Господи, поругание рабов твоих, которые я ношу в недре моем от всех сильных народов. Как поносят враги твои, Господи, как бесславят следы помазанника твоего. Благословен Господь вовек. Аминь. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Многомилостивый и всемилостив Бог мой, и Господь Иисус Христос по Своей многолюбви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоею, молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то это не будет благодатью и даром, но более делом. Ей многие в щедротах и неизречены в милости. Ибо Ты сказал, что верующий в Меня жив будет и не увидит смерти вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел доменится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дел оправдывающих меня. Но это вера, да будет превыше всего. Да ответит за меня, да оправдает меня, да дает причастникам славы Твоей вечной. И да не похитит меня сатана и не похвалится. Слово, что торт мне от Твоих рук и ограды. Ну ли хочу, спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее. Погиб я, ибо Ты Бог мой, о чрево матери моей. Подобуй меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же,
как возлюбил я когда свой тайный грех, и чтобы снова потрудиться для тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился сатанепрещающему. Особенно же, потружу для тебя Господа и Бога моего Иисуса Христа во все дни жизни, ныне всегда, веки веков. Аминь. Аминь. Святой ангел, поставь мне хранить мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешную и не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности злому демону почтить мне себе преобладание этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель-покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни. И если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня на настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня страхи свое и сделал меня рабом, достойный своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, своими святыми всесильными молитвами отгонит мне смиренного, несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение. Удали все скверны, лукавые и хульные помыслы из океана моего сердца и помраченного ума моего, и погаси пламя моих страстей, ибо я убог несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляют все роды, и пречистое имя Твое славится во веки вечное. Аминь. Аминь. Я не знаю, кто есть, свое имя каждый поминайте. Аминь. Молите Бога на святые угодники Божии, Игнатий Владимир, и вам усердно вам предлагаем скорым помощником, молитвенником о душах нашей. Богородица Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с тобою. Благословен ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко родила и Христа спаса, избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, честнага же творящего Христа Господень, не оставь нас грешных, уповающих на тебя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победу на сопротивные дары, и Твое сохраняй крестом Твое жительство. Спаси, Господи, помилуй от самого духовного, родителей, сродников, благодетелей, митрополита Иоанна, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священный Иоакима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергея, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Владимира, Семена, Максима, Владимира и Глебу не дай погибнуть, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, митрополита Тихона, и весь священнический, иноческий чин, и вышли истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дай еще священника, если угодно тебе. Смири, Господи, власти и воинство их, наведи страх войн на них, и сохрани их от покушения на них. И через них сотвори благое церкви твоей, Кости сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Дагеля, Романа, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас, Господи, ценить мирное время. И приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступничество от Тебя. Аллилуйя! Слава Тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить таланты, дарованные Тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников.
И сохрани нас, Господи, в этот день от всякого рода греха и непосильных искушений. Защити жилище наше и селение от пожара, воров и нечистой силы, и живущих там Андрея, Игоря, Серафима, Владимира, Андрея, Людмилу, Любовь, Алексея, Иосифа, и пришли добрых жителей с детьми, знающими, любящими уставы и закон Твой. Сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, чада ей, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алексею. И побуди всех на благовестие. Спаси и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгению, Роману, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Рахиль, Ездру, Русика. Обрати Тимура, сохрани его. Открой ему истину твою. Екатерину, Галину и всех, с кем мы познакомились, кому возвестили слово истины твоей, и возри на угрозы врагов, на их буйство. Укроти их ярость, что ты уже и сделал, и дал вдохновение нам, не дай им погибнуть, и в судный день. Не помяни их безумие, аллилуйя. Посети благодетели наши, воздаем добром. Благослови Елену, Людмилу, Евгения, Наталью, Надежду, Юрию. Найди отступников, Господи, возврати их к спасению. Михаила, Николая, Александра, Юлию. Максима благослови, умещи сердце его. Аллилуйя. Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Путешествующий, благослови Раису, Льва, Виктора и Акима. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Посети болящих, дай силу перенести страдания. И пошли им исцеление. Валерия, Илариона, Кирилла, Алексея, Игоря, Надежду, Неонилу, Татьяну, Валентину, Александру, Марию, Анну. Всех их знаешь, Господи. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. И найди все наше родство, обрати отростки. Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Аллилуйя. Избавь Романа от духа лжи, не дай ему погибнуть. И даруй духовное рождение Виталию, Никите. И желание трудиться в поте лица. Аллилуйя. Господи, сохрани наше сокровище в интернете, и книги здесь, и в пути. И трудящихся благослови Игоря, Юлию, Дмитрия, Виктора, Сергея, Андрея, Вячеслава и все его содружество и семью. Валентина. И обрати Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. Упокой, Господи, в обителях небесных родителей наших, сродников, благодетелей и всех православных христиан. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы. Прости им всякое согрешение, вольное и невольное. Душам нашим полезное сотвори. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного.
Слава тебе, наш Бог и Иегова, Авва, Отче, свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, когда дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя за тот день, который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов и на каноны Церкви, как на истину, аллилуйя. Воздай вечности добром всем, трудившись над моей душою, Марию, Стефана, Александра, Михаила и Анну. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Господи, благослови и воздай добром всем, помогавшим нам в путешествии. Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Сергея, Надежду, Людмилу. Аллилуйя, благослови Виктора, Николая. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешен. Благодарю Тебя, мой ангел, сколько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей в этой ночи. Прошу Тебя, не покини в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным, и веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, предтеча Христова, моли Бога о нас, научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, и быть во всем экономным, и видеть нуждающихся в нашей помощи, и спешить на помощь им. Моли Бога о нас, святитель Христов Никола, Мирликийский чудотворец. Научи нас не участвовать в злых делах и правителей, но и обрещать их. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрах и пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас неготовыми, но вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными елея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, херувимы и серафимы, и все небесные силы престолу Божию предстоящие, святые апостолы и Петр, и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Юстин Философ, Косма и Дамиян, Андрей Стратилат, Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста. Анфиму, Вениамину дай веру и устраши родителей за ложное воспитание. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский,
Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий Николай, Макарий Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога, да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысли еретиков в ничто преврати и развей. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина Перепятуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник, Июния, Киприана и Устина, да дарует Господь женам и девам послушание, молчание, целомудрие, стыдливость. И сохрани их от всяческого поругания, исправь непокоривость Галины, семейства Евгении, Надежды, Людмилы и Анны. И прими нашу молитву, воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом, благодати Твоей, Господи. Соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Любящий наш Отец Небесный, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий Сына Твоего Единородного Иисуса Христа, ради пролитой Его пречистой крови за наши грехи, услыши нашу молитву и исполни ее, а всех, заповедавших нам молиться о них, спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Доброе утро. Доброе утро. Каждый раз после молитвы мы уже начали здесь. Сергей Павлович, ты здесь? Да. Вот включай. И это наш сайт. И это надо отдельно где-то. Сейчас я отдельно заведу страничку. Мой мир во свете Библии. Вот так, сейчас. И вопросы-ответы тут. И мы впереди проходим с этим, с Вячеславом, богослужение, третий пункт. А 55 папок, в начале церковь. Вот. И вот отсюда сейчас ткнуть ее в церковь, 55. И тут пошли вопросы и ответы. Вот. Впереди мы не закончили. Впереди здесь вопросы. Вот. 130-150. Это первый том. Прошли десятину. Какой ним что-то? Вот. Это, наверное, сейчас надо 89-й. Вот запоминать, писать каждый раз. 89-й. Начинай считать. В него ткнуть. И дальше по порядку, ну, сколько там, минут 15-20 можно идти. 89. Ну вот считай теперь. И можешь. Вопрос и ответ. Это первый том «Открытым оком». Первый том. Я думал, что он будет единственный. А я одна книга-то. А получилось, ошибся. Получилось 33 тома. Это в первом томе. Считай. В некоторые времена
Я уже начитывал это, у меня сейчас 91-й. Может быть. Теперь по порядку идем. Все это ушло. У нас будет входить это в утреннюю молитву по порядку. Да вот возьми, вот 13-й псалом, 52-й, буква в букву. Зачем? Ну, чтобы крепче вдолбить нам. Так и здесь, в 91-м. Да 91-го-то сколько прошло? Чуть не... Да тогда в 91-м ты и не мог насчитывать, у нас и не было. Тогда вообще еще ничего не было. В 97-м община только начала работать. Так, ты нашел или нет? Нашел, нашел. Да, пожалуйста. Если кому-то что-то еще покажется неясным, эти вопросы-ответы в университетах были, в милиции, в школах. Теперь уже не знаю, где задавали. И я вел тогда 3 радиопрограммы регулярно. Одна была, как называют, онлайн, часовая, воскресная. По эфирному времени я стоял на первом месте в Алтайском крае. Коммунисты роптали, прямо бесновались. Статья такая тут есть. Ни депутатам, никому столько времени не давали. Это записки в письменном виде, поступали на кафедру. Я их озвучивал. Ну, попросили расширить это и напечатать. Ну, вот так и сделал. Вопрос 91-й. А почему не 89-й? Я его начитал уже, я же вам говорю. А, ну давай. Вопрос 91-й. В современной Московской патриархии столько училищ духовных, семинарий, академий. Так почему же современные священники не могут отвечать на подобные вопросы? Каков же реальный уровень этих учебных заведений? Стоит ли стремиться закончить их? Ответ. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В православии вся беда в том, что на первом месте выросло, закрепилось и утвердилось богослужение уставное. Заняло все, подменив собою прямое указание Божие идти и проповедовать миру погибающему о великой миссии Христа. Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Учат во всех указанных заведениях тому, как начинать служение, как вести и как заканчивать. Произошла страшная подмена истины и ее подобия. Ни таланта проповедника, ни молитвы за это, ни желания нет о том, чтобы нести благую весть погибающему миру. Подчас и не наемники трудятся, а разбойники в благочестивых одеждах. Как патриарх Алексий II сказал, каких бандитов напринимали в церковь на должности. У нас есть книга к истинному православию, там в разделе «Итак, бодрствуйте» все это отвечено. Также в главах о благовестии, о священстве. Никому и в голову не приходит сверяться с тем, как мы веруем, сходится ли с Библией. Слово «богослужение» в Новом Завете вообще отсутствует, не считая то, когда апостол Павел разъясняет смысл ветхозаветного богослужения. Книга пророка Иеремия, 52 глава, 18 стих. «И тазы, и лопатки, и ножи, и чаши, и ложки, и все медные сосуды, которые употребляемы были при богослужении, взяли». Послание к римлянам, 9 глава, 4 стих. То есть израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование.
Послание к евреям, 9 глава, 1 и 6 стихи. И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение. Как отец Александр Мень говорил на эту тему, можно подумать, что Христос приходил на землю, чтобы научить нас правильно варить кутью. Вот я на это добавлю. Вот такой вопрос. Вот сегодня задать. Записка-то поступила. Ну и представим, что сидят там те, которые выступают. Я не говорю такие, как Пархоменко, Островские, богохульники. А те, которые как-то маленько можно послушать. Там Осипова, вот, Смирнова, отца Дмитрия, Ткачева, ну, которые известные где-то. Вот такой вопрос. Можете не гадать, они не ответят. А ответят совершенно в другую сторону. И тогда вопрос поступает, а зачем семинарии и академии? Нужны ли они? Нужны, но кому? Они им нужны, больше никому. Для того, чтобы научиться оправдывать любое безумие, любое беззаконие. Вот это мощение лбов. Крещения нету. Люди-то не крещенные, уходят из жизни вечной. Я сколько раз обольщался этим. Обольщался, думал, открыть истину, их на клочки разнесут. Ничего подобного. Библия говорит, и им, народу, это нравится. Пришел и ушел, заплатил деньги, а деньги-то есть. Ну и все, как бы дорого ни было. Совершенно не нужен Бог. Боже, дай, это есть. Заболел, потерялся, обижают нас. Но познать волю Божию, да будет воля твоя. Какая воля-то? Вообще не знает. Что такое Царство Небесное придет? Ни понятия нету. Ну, церковь. Царство Божие – это церковь. Торговля там – это церковь. Господь говорит, дом мой. Это не ваши храмы. Мой дом, домом молитвы наречется. А вы соделали его вертепом разбойников. Кто там сидят? Разбойники сидят, начиная с самого высшего до низшего. Если патриарх Алексей II называет их бандитами, то нам-то зачем тут уже другое делать? Как они разговаривают? Как они хамят? Как они безумцы? Вот венчают, венцы на голову не дают. Венчания-то нету. Я говорю, почему ж на голову-то не надеваете? Этого никогда не было. Допустим, спортсмен завоевал какую-то большую награду. На него надевают лавровый венок. Надевают, но над ним не держат. Это как у Хаджина Средина дать послушать, как звенят монеты, и не дать. Дать понюхать, как шашлык жарится, но не дать. Ну вот и все. Можно теперь дальше считать. Отвечаю, не ответит никто из них. Почему с ними надо разговаривать? Есть, вот кто не знает, зарядите в интернете из круга первого Солженицына. Есть фильм такой. И там зарядить так. Заключенный и министр Абакумов. Вот так вот. Когда он его вызывает, он разговаривает с ним. Он начал угрожать. А мне не надо угрожать. Жены нету. Бомбой разорвала семью всю. Насыпали мне 25 лет, да еще добавляют. Я и в наручниках, и на каторге был. Это вам есть что терять. А мне-то нечего терять-то, господин министр. Гражданин министр. Вот и все. И он только сидит и моргает. Вот как разговаривать надо с ними. Ну, заключенный, не забывайтесь, кто вы. Я могу и по-другому с вами. По-другому я с вами разговаривать, министр, не стал бы. И весь ответ ему. Не надо ломаться. А эти священники, их тронуть нельзя, как говорят, на цирлах. А эти только деньги архиереи дерут. Друг друга пожирают. Такая статья есть Максима Степаненко, когда напали на Владимира Головина, с которого сан снял, и на Ткачева. Им кто-то, кто-то, и там Георгиев Максим, ну, на народ бы не вышел-то ведь. И какая печать на них, опухшие, разжиревшие. И вот они начинают изгаляться. Дворкин, один из главнейших разрушителей за столетие. Ничего,
И уже показано все обман, и он не профессор, никто, засланец. Из Америки, там, в Израиле учился. Разрушитель, из самых такой. И оно все терпится. И они разве ответят? Они друг друга поддерживают. А как, что делать тогда? Ничего, это церковь. И там надо молиться, и Господь сам разберется. Но сказать мы должны. Это Иезекииля, 3 глава, 18 стих. Все, следующий пункт. 92. Вопрос 92. В этот пост можно собороваться или только в Великий пост? Ответ. Хотя я и не ограничиваю никого вопросами более 10 лет уже, но помнить, что вопросы должны быть по Священному Писанию. Этот вопрос я не смогу ответить, опираясь на Библию. Об этом сказано только в одном месте у апостола Иакова, в 5 главе, 14 стихе. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров в церкви и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. Это собрание пресвитеров у одра болезни и названо соборованием. Сколько, когда, в какое время, натощак или после обеда, ничего не указано. Сегодня учат, что любой может пособороваться, получить елеопомазание, было бы желание, потому что тут прощаются грехи. И идут, приезжают, на всякий случай, не помешает, а авансом, здоровья, так даже и лучше кажется. Согласно указанного места видно, что призывать нужно, а не идти к пресвитерам. Почему? Очевидно, что болезнь очень серьезная и сам недвижимый, нетранспортабелен. Принято, чтобы было 7 священников, полнота. Но где их взять? Решают, что один епископ вполне может и одним священником выполнить недостатки резона. Восполнить, да. Помолятся над ним. Не о нем, а над ним. Это редкое выражение говорит о лежащем в больнице или в реанимации. Он не молится с нами вместе. Молится, но положение его не рядом, а ниже, очевидно, в лежачем положении. Сколько раз мазать? Всего ли, как у нас? Как оладушки на масленицу блестят, пропитанные маслом. Может, так и хорошо, но все же исцеляет молитва. Послание Иакова, 5 глава, с 5 по 18 стихи. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Илия был человек подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. И молитва веры не масло. Масло дает видимость телу, чтобы реальное представить вхождение в душу благодати. Все совершает Бог на невидимом уровне. Болезни, как правило, производные от грехов. Важно, что и следующий стих относить именно по смыслу к предыдущим стихам. Чтобы признавались в проступках друг против друга, жили мирно, дабы молитва друг за друга была искренняя от сердца. Пример Ильи одного допускает силы молитву одного, так что остальные, если и слабо молятся, не ослабят силы соборования. Можно и не в пост, была бы болезнь, остается дело за малым.
веру добыть и масло купить. Пост вовсе ни при чем. Иначе можешь уйти из жизни, и все масло пойдет на пироги и на поминки. Ну вот опять вопрос и ответ. Вот представь, этот вопрос задали, ну, которых я называл впереди священников-то. Ну ни одного же, ни одной строчки из этого нету. На Библию не ссылаются. И с таким пафосом говорят, и обязательно умолчат, что деньги платят, деньги. Без денег не принимаются. Собор у меня это побор. Деньги, деньги, деньги. Не можете служить Богу и мамоне. Они опровергли эти слова. Мы можем служить мамоне и без Бога. Произнося имя Божие, красивые ризы надеть, кадила, дым. Дыму можно много напустить в глаза людям. Ну вот ответ. Пусть кто-нибудь опровергнет. Я прямо говорю, я не могу ответить по Слову Божию. Нет об этом ни слова. И вот одно место есть болен, вот его я расширяю, все. Но у меня нет образования духовного, никакого. И нет гуманитарного образования. У меня вообще ничего нету, кроме желания быть с Богом. И что из этого получается? Вот такие ответы. Так что мне с ними соревноваться никак нельзя. Тут ни одного слова они не поддержат. И никогда от этого не откажутся. Здоровые, крепкие идут на работу, заходят попутно авансом. Это не помешает. Наперед, для здоровья. Над ним пусть объяснят. Объяснит кто-то из них? Нет. Да этих священников-то сколько, которые в интернете имеют там целые каналы. Ничего они не скажут. Ветхий Завет, да это все богохульники. Волки лютые. Люди пришли не к ним. Они пришли к Богу, Дом Божий, Дом молитвы. А священник как рупор. А что он скажет-то, когда Слово Божие не знает? Я отвечаю, не знает. Я 57 лет нахожу это подтверждение. И то, чтобы это принял священник, то, что здесь есть, это может быть один или два. Самые ярые враги, противники Слову Божию, противитесь Духу Святому. Это один из грехов против Духа Святого. Ну и еще дальше. 93-й. Вопрос 93-й. Все ли анафемы действенны, независимо от политики и других обстоятельств? Например, предавали анафеме католиков, старообрядцев. Можно ли отменить анафему, и может ли анафема иерархов быть против воли Божией? Это записка такая, записка, это не мои слова. Ответ. Сколько угодно. Так анафема, положенная на старые обряды, сняты Московской патриархией в 1971 году, зарубежной церковью в 1974. Яко не бывшие. Анафема может быть только за непризнание Христа Господом на таких, как иеговисты, и за проповедь, несходную с проповедью апостолов. 1 Коринфянам 16:22. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема. Маранафа. Послание Галатам, 1 глава, 8-9 стихи. Но если бы даже мы... Или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Согласно этих условий для произнесения на кого-то анафемы, под нее больше всего сегодня подходят православные архипастыри и пастыри, которые совершенно не знают Библию и не сверяются с нею, а говорят от своего ума, проповедуют бредни. Пророк Иеремия 23:28. Пророк, который видел сон, пусть рассказывает его как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мекины с чистым зерном, говорит Господь?
Не раз случалось, что отлученных, запрещенных принимали в сущем сане. По указанию советской власти митрополит Сергий всех страдальцев за истину Христову, всех изгнанных из своей страны, клеймил именем уголовных элементов и контрреволюционеров. А ныне они этой же патриархией канонизируются. Еще раз скажу. Вот вопросы этот ни один не ответит. Ни здесь и никогда. А почему? А ему есть что терять, как этот заключенный министр сказал. У меня терять нечего, кроме вот этого сопливого платочка. А вам есть что терять? У меня нет ничего терять. Нет ничего. В первый день, когда я обратился, 27 сентября 1962 году, я сделал ревизию самому себе. За что они могут ухватиться? Я сразу все это выбросил. Диплом, работу, ну и все абсолютно. И они ни за что не могут ухватиться. Я не могу никак застрять, когда они меня хватают. Они должны что-то придумывать, подножку давать. Судили, когда впервые встретились, чтобы столько работать с людьми, и люди платили деньги там за пленки, ну, стоимости. И ни копейки нигде не нашли. Все проверили. Да, проверяли до 10-го колена. Следователь говорит, первый раз в жизни встречаю такое. Как же так можно жить? Он уже меня не судит, а жалеет, как я живу. Жалеть не надо. Мне эта жалость ничего не дает. Это нормально, мне нравится моя жизнь. Жизнь, одеяние, обувь, еда. Мне все нравится. Конечно, трудно жить тому, кто со мной рядом, говорит. Это так-то восхищайтесь. А вы поживите-ка рядом с ним. Я неправильно говорят. Почему? У меня планка поднята на тот уровень, который дал Господь Христос. Будьте святы, как я свят. Вот и все. И всякая мелочь, всякая мекина, она отлетать начнет. Любовь – это не бабушкина любовь. Ешь больше, спи дольше. А наоборот. Вы найдите такой лагерь детский, чтобы дети подъем был всегда в 5 утра. В 5 утра? Вы что? Ну да. Обслуживающий персонал в 4:40 встает. И не один год, не два, а 40. Теперь уже 8 лет. 48. 3 года уже в другом варианте работы, в другом формате. Купили дома, и там люди. Вот и ответ. Мне сказал один близкий человек, это вы вот так, потому что, может, вы по зависти это говорите, потому что у вас нет образования духовного. Я говорю, это мое преимущество, меня никто не корежил. Я 7-кратно в день вопрошаю Бога проверить меня, не допустить, чтобы я ошибся. Ну и что? Вот задают вопрос. И как вы верили, там, ну, я 57 лет, как Евангелие получил. И у вас что, не менялось? Не менялось. Это как будто Господь взял мне и начать все сначала. И в один день дал все то, что я сегодня говорю. Только углубление было. Углубление в этой теме. И ни одного места нет, которое бы, я вот не знал, так думал, как Серафим сказал, когда Дух Святой показал. Я исследую, этого не было. А почему? Избрание Божие. Он мне сразу ответил на все эти вопросы. А дальше я подтверждение находил по святым отцам, по канонам. Не просто так. А может, меня сатана тут за бороду таскает? Ничего нет. И я понял, надо быть ответственным за это. Если еще будешь считать, Сергей, считай, а нет, запомнить надо. Закончим на сегодня. Ну и запомни, запиши 94-й. И себе каждый запишите и подайте голос, потому что может быть забыто. Вот я этот пункт оставляю открытое окно, чтобы не закрывать его. И открыли только и один пункт открытый, где мы с Вячеславом, какой дальше идет, насчитываем. Ну что, до свидания. Завтра Надежда Васильевна приезжает. Помолитесь, чтобы благополучно было. Дверь открыли, ключ нашел. Пилить не надо. Слава Богу. Так, насчет кошек, Сергей. Дай раз за другое объявление, другие какие-то газеты есть. Как вот написали, так и есть. Со ссылкой на ролик. Кто пожелает, красивые мошатницы.
все. Спаси Христос с Богом. С Богом. Выключайте. Я часов в 11 подъеду, уголь покидаю. Не понял. Часам к 11 подъеду, уголь покидаю. Да. Брат, докидаешь машину, ладно, одну? Докидаю, докидаю. Спасибо, Христос тебе. Пока дождя нету, надо успеть. И дрова еще помогите колоть. Все один, Володя. Да дрова серьезные. Я дрова расколю. Ладно, Володя, иди. В прошлом было, лежал в больнице уже. С Богом. С Богом.